вами, как всегда, Аня. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. И, кстати, я решила назвать эту рубрику так. Два вопроса для видоса. Но если вы хотите задать мне вопрос, то пишите под этим видео или под любым другим видео Нюше два вопроса. Итак, давайте же я поскорее начну отвечать на ваши вопросы. Для этого я возьму свой iPad, открою его, и я записала ваши вопросы. Итак, первый человек, от которого у нас вопрос, это Саша Агапова. Нюша, два вопроса. Первый, какая у тебя фамилия? Второй, какая у тебя любимая книга? У меня Код да Винчи. Насчет фамилии. Фамилию я свою говорить не хочу, и для этого я создала свой псевдоним. То есть это Нюша, то есть. Так что можете считать, что это моя фамилия. Какая у тебя любимая книга? Моя любимая книга — это «Гарри Поттер и философский камень». Следующие вопросы у нас от Светы Урбанович. Нюша, два вопроса. Тебе легкая задача, только реши видео, а то будет неинтересно. Некий человек перевозил в лодке через реку волк, козу и капусту. Дело в том, что в лодке мог поместиться только один человек, а с ним или волк, или коза, или капуста. Но если отправить волка с козой без человека, то волк съест козу. Если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. А при присутствии человека никто никого не ел. Человек все-таки перевез свой груз через реку. Как он это сделал? Второе, как долго можешь не пить воду? Спасибо заранее, желаю успехов. Ну что ж, Света, твой первый вопрос, точнее, задачка. Я ее уже когда-то видела. И, к сожалению, это для меня не будет таким маленьким секретиком. Поэтому давайте я вам расскажу, как же решить эту задачу. Сначала человек перевозит козу. Потом он направляется за волком и перевозит волка. Дальше он берет козу, перевозит ее, оставляет там. Берет капусту, перевозит ее на другой берег, где стоит волк. А так как мы знаем, что волк не ест капусту, то никто никого не съест. И человек опять направляет за козой. Он ее забирает и привозит. И вот так вот все оказываются на одном берегу. И я думаю, то, что это очень интересная задачка. И следующий вопрос. Как долго можешь не пить воду? Ну, вообще, я где-то читала то, что человек может не пить воду около 3 дней. Но сама я этого не пробовала, потому что мне это, в принципе, не надо. Следующий вопрос у нас от Леры Шиканова. Нюша, то есть задаю тебе немного вопросиков, надеюсь, на них ответишь. Первое, ты смотришь Леди Баг и Супер Кот? Второе, ты любишь My Little Pony? Третье, ты любишь Little Pet Shop? Четвертое, сколько тебе лет, прости, если отвечала? Пятое, у тебя есть енот в Шарараме? Итак, Лера, так как ты задала 5 вопросов, а мой хэштег Нюша 2 вопроса, то есть нужно задавать только 2 вопроса, я выбрала из твоих 5 вопросов только 2 вопроса, на которые я сейчас отвечу. И это, ты любишь Little Pet Shop, ты смотришь Леди Баг и Супер Кот. Ну, этот мультик я, к сожалению, не смотрю, так как он мне не очень интересен. Ты любишь Little Pet Shop? Little Pet Shop мне очень нравится, ведь они такие классные, мимимишные и прикольные. И следующий вопрос у нас от Алены Лов. Нюша, только 2 вопроса. Аня недавно спрашивала, у тебя хочешь ли ты попасть в журнал с Мишополитана? Так вот, не хочешь писать статью для него? Аня, последний вопрос. Ты будешь снимать DIY? И спасибо, если ответишь, ты королева YouTube. Ми-ми-ми. Ну что ж, Алена, спасибо тебе за такие классные вопросики. А насчет твоего журнала. Так вот, не хочешь писать статью для него? К сожалению, у меня сейчас нет времени, чтобы писать для твоего журнала статью. Кстати, твой журнал я видела, и ты большая-большая молодец. Но если у меня появится свободное время, может быть, я напишу для него статью. Ты будешь снимать DIY? DIY я планировала еще очень-очень давно. И может быть, в скором времени вы на моем канале увидите такое видео, как DIY. Итак, следующий вопрос у нас от Вика Куин. Нюша, только YouTube. Нюша, 2 вопроса. Привет, Аня, в какой школе ты учишься? Второе, ты играешь в клуб пингвинов. Насчет какой школе я учусь? Я не буду вам эту информацию говорить, только единственное скажу, что я учусь в гимназии. Ты играешь в клуб пингвинов? Я когда-то играла в эту игру. Мне она понравилась, но все так и не доходили руки снять на нее обзор. Ну, может быть, я на нее в скором времени сниму обзор, так как она мне показалась очень прикольной и интересной. Итак, следующий вопрос у нас от Фокси.
Вопрос для Ани Видео. Аня, мне очень нравятся твои видео, а вот и первый вопрос. Аня, посоветуй мне на канал, может быть, чего-то не хватает. Второе. Чем тебе нравится Шара? Мне он нравится, потому что «Смешарики» – мой любимый фильм детства и сейчас. Третье. Какой твой любимый фильм? Мой «Трудный ребенок 2» и «Трудный ребенок». Ну что ж, Фокси, так ты задал 3 вопроса, я отвечу только на 2 вопроса. И это чем тебе нравится Шарам? Мне Шарам нравится, потому что это вообще очень прикольная игра. И я думаю, то, что в ней большая социальная часть. То есть я могу вместе с вами общаться в Шараме. Аня, какой твой любимый фильм? Для меня, точнее, это серия фильмов. И я люблю серию фильмов о Гарри Поттере. Так мне нравится этот персонаж и сама история, которая происходит вместе с ними. А моя самая любимая часть именно в фильмах – это Гарри Поттер и Тайная комната. Потому что мне он нравится больше всего. Итак, следующий вопрос у нас от Алены Китчен. Вопрос для Ани Видео. Аня, пожалуйста, передай мне привет. И вот вопросики. Аня, ты ходишь в летний школьный лагерь или в Москве летнего школьного лагеря нет? Аня, какую песню ты слушаешь? Какие у тебя оценки? Итак, Аня, ты ходишь в летний лагерь или в Москве летнего лагеря нет? Я в летний школьный лагерь не хожу, так как мне нужно снимать очень много видео для вас. И, Аня, какую песню ты слушаешь? Ну что ж, сейчас мне очень нравятся какие-то либо американские песни. Например, сейчас мне нравится песня, которую зовут Хелси, и ее песня New Americana. Мне эта песня очень нравится, так как она мелодичная и классная. И следующий вопрос у нас от Angrik TV. Подпишись. Первое. На какой улице ты живешь? Второе. Что ты любишь больше всего есть из сладкого? Насчет на какой улице я живу, я это вам не буду говорить, потому что я не хочу. Что ты любишь больше всего из сладкого? Ну, я вам хочу признаться, я очень люблю маффины. Особенно мне нравятся шоколадные маффины, потому что они очень вкусные. Так, следующий вопрос у нас от Mango Animatronic. Привет, Аня, ответь, пожалуйста, на мои вопросы. Сколько тебе лет? Любишь Five Nights at Freddy's, то есть FNAF? Какой у тебя любимый цвет или число? Прошу, ответь на мои вопросы. Если ответишь, спасибо большое. Передаю привет. Ну что ж, Мангл, любишь ли Five Nights at Freddy's, то есть FNAF? Пять ночей с Фредди мне не очень нравится, потому что это страшилка. И я думаю, то, что это более мальчишеская игра, ведь она очень страшная. А какой у тебя любимый цвет и число? Мой любимый цвет сейчас это цвет Тиффани, а числа у меня сейчас любимого нет. Итак, следующий вопрос у нас от Енок Фетагитси. Кто так? Нюша, 2 вопроса. Аня, ты лучше, надеюсь, ты меня возьмешь в видео, надеюсь. Первое, пожалуйста, сделай прямой эфир, то есть стрим. Второе, у тебя есть домашнее животное? Спасибо, если возьмешь меня в видео. Пока, целую. Ну что ж, насчет стрима. Я уже планировала сделать стрим. И сейчас над ним думаю. И может быть в скором времени вы на моем канале увидите стрим. Второе, у тебя есть домашнее животное? Да, у меня есть мое домашнее животное. И это собачка Марта. Она порода йоркширский терьер. Если ты хочешь посмотреть на нее чуть-чуть поближе, то посмотри мое последнее видео о Sims 4. Следующие вопросы у нас от Владислава Алексашин. Вопрос для Ани Видео. Первое, будет ли стрим для по Шараму? Второе, будет ли обзор на Лего? Третье, как ты закончил четверть? Четвертое, есть у тебя iPad? Если есть, то скачай программу Puffin Browser и играй на iPad. Так, будет ли обзор на Лего? Ну, я думала об этом, может, в скором времени будет обзор на Лего. Потому что мне кажется, то, что Лего – это очень прикольная вещь. Как ты закончила четверть? Четверть я закончила почти на отлично. Ну, кроме русского, у меня 4 по нему. А по самому у меня 5. Итак, следующий вопрос у нас от Влад Буричев. Вопрос для Ани Видео. Первое, ты играешь в Майнкрафт 0.15.0. Второе, какая у тебя любимая игра? Третье, какое твое любимое видео? Удачи, Аня, ты лучшая. Насчет Майнкрафта. В данное время я уже в Майнкрафт перестала играть. Какая у тебя любимая игра? Если какие-то либо считать игры на компьютере, то мне очень нравится игра, которая называется Sims 4. Если ты хочешь побольше узнать об этой игре, посмотри мой обзор по этой игрушке. Следующий вопрос у нас от Ангелины Таликина. Нюша, 2 вопроса. Первое, как ты относишься к игре Шара? Второе, какое твое самое любимое печенье? Передай мне теплый привет и посмотри мои видео. Я скоро сниму видео про Sims 4. Спасибо, если ответишь. Ну что ж, Ангелина, передаю тебе большой-большой привет. А как ты относишься к игре Шарам? Я отношусь к этой игре по
позитивно. Ведь мне она очень нравится, ведь там я могу вместе с вами пообщаться в реальном времени. И мне очень нравятся там квесты, ведь они прикольные и забавные. Какое твое самое любимое печенье? Ну, мне нравятся все разновидности печенек. Но больше всего мне нравятся шоколадные печеньки, потому что они шоколадные. А шоколад я просто обожаю. И, Ангелина, твой канал я обязательно посмотрю. И если мне он понравится, то от канала Нюша Звездочка я обязательно на него подпишусь. Следующий вопрос у нас от Котик ТВ. Нюша, два вопроса. Первое, а какое твое любимое животное? Второе, ты снимешь видео, как ты смотришь свои старые, престарые видео? Если ответишь по другим видео, поставлю огроменосный лось. Если не попадет, тоже лось. Няняшка, ня-ня-ня, и твоей собачке привет от Котик ТВ. Ну что ж, с моей собачкой Марти я обязательно передам привет от тебя. Какое твое любимое животное? Мое любимое животное — это собака, потому что это самый лучший друг человека. Ты снимешь видео, как ты смотришь свои старые-престарые видеоролики. Я думала над этим видео и хотела его снять, но все никак не доходили руки, ведь не очень понравилась эта идея. И в скором времени вы увидите от меня это видео. Я вам обещаю. Так, следующий вопрос у нас от Crazy Town Monster High. Нюша, два вопроса. Первый, ты любишь такие лагеря, как Орленок и другие такого же типа? Второй, будет ли фан-встречи в Ярославле? Ну, что ж, такие лагеря, как Орленок, я, к сожалению, их не знаю. Будет ли фан-встречи в Ярославле? В скором времени я, конечно же, буду делать разные фан-встречи в разных городах. И, может, в Ярославле тоже будет фан-встреча. Итак, следующий вопрос у нас от волшебницы Маленкова. Вопрос для Анивидео. Первый, как ты узнала про Шара? Второй, какой твой любимый блогер? Третий, волновалась, когда снимала первое видео? Спасибо, если ответишь, передай мне привет. Итак, какой твой любимый блогер? Что ж, я смотрю практически всех блогеров, так мне нравится у них учиться. Ты волновалась, когда снимала свое первое видео? Ну что ж, я, конечно же, волновалась, когда снимала свое первое видео. И если что, мое первое видео со мной — это я снимала о Ферби Бум, которое уже набрало более 1 миллиона просмотров. Ну, конечно же, я и сейчас перед видео немного волнуюсь, ведь я хочу, чтобы и видео у меня получилось отличное. И, конечно же, передаю тебе большой привет. Итак, следующий вопрос у нас от Анюты Денисевич. Нюша, два вопроса. Аня, передай мне привет. Первый вопрос, какая группа в Шараме тебе нравится? В Шараме. Второй вопрос, какая локация в Шараме нравится больше всего? Ну что ж, Анюта, передаю тебе большой-большой привет. Какая группа в Шараме тебе нравится? Насчет групп в Шараме. У меня нету определенной группы, которая мне нравится в Шараме. Мне нравятся все. Какая локация в Шараме нравится больше всего? Ну что ж, я думаю, то, что больше всего мне нравится локация Ромашковая долина, так как там всегда очень много народу. Итак, следующий вопрос у нас от Хацуни Мика Оля. Вопрос для Ани Видео. Привет, Аня, добавь меня в Шараме и в друзья. И еще, ты приедешь на мой день рождения в Шараме 20 июля. Ну что ж, я, конечно же, тебя добавлю в Шарам. И, к сожалению, я не смогу прийти на твой день рождения, потому что я еще в это время буду в Испании. Итак, следующий вопрос у нас от Шарам. Ответ 222. Вопрос для Ани Видео. Сколько тебе лет, в каком ты классе, как это быть ютубером, в какой стране и в каком городе ты живешь? Итак, я учусь в 4 классе. Ну и, конечно же, я сейчас перешла в 5 класс. В какой стране и в каком городе ты живешь? Итак, я живу в России, в городе Москва. Итак, следующие вопросы у нас от Насти Вэй. Вопрос для Ани Видео. Привет, Аня, я очень люблю смотреть твои видео. Пожалуйста, передай мне привет. А теперь вопросы. Любишь ли ты Майнкрафт? Ты смотришь Мисс Кейти? Какой у тебя любимый ютубер? А также просьба, подпишись, пожалуйста. И это все заранее спасибо. Ну что ж, Настя, насчет Майнкрафта. В последнее время я в эту игру все меньше и меньше времени начала играть. Ты смотришь Мисс Кейти? Ну, я ее иногда смотрю. И много-много разных других блогеров я тоже смотрю. Итак, следующий вопрос у нас от Люблю Смежарики. Нюша, два вопроса. Аня, ты сможешь приехать в Электрогорск? И сюда встретимся на станции Электрогорск. Второе, Аня, ты умеешь плести из резиночек для плетения? И сюда сделал на нее обзор. Аня, тебе самый лучший канал, и ты ми-ми-ми. Спасибо, что ответила. Ну что ж, в этот город, я думаю, приеду. Но я насчет этого посоветую с родителями.
проблеме. И если они разрешат туда поехать и сопроводят меня, то я обязательно поеду в этот город. Ань, ты умеешь плести из резиночек для плетения? Ну что ж, я умею из них плести. И если ты хочешь посмотреть, как я плету разные браслеты, то посмотри мои видео, которые я снимала год назад про эти замечательные резинки. Итак, следующий вопрос у нас от Шеннел Камилла Рэб. Мне же два вопроса. Аня, привет, пожалуйста, передай мне привет. Сколько тебе лет? Ты знаешь игру Фредди Фазбер? Пожалуйста, выбери меня. Прости меня, если неправильно пишу. Пока, желаю удачи. Ну что ж, передаю тебе большой-большой привет. Сколько тебе лет? Мне сейчас 10 лет, и 20 июля мне будет 11. Ты знаешь игру Фредди Фазбер Пи? Ну что ж, эту игру я, конечно же, знаю, но я в нее, к сожалению, не играла. Следующий вопрос у нас от Артема Покунова. Мне же только Ютуб, я задам только два вопроса. Кем ты хочешь быть, похоже, из ютуберов? Второй, сделаешь летсплей про Sims 4, передай мне привет. Ну что ж, Артем, передаю тебе большой привет. Кем ты хочешь быть, похоже, из ютуберов? Ну, как я понимаю, на кого я хочу быть похоже из ютуберов? Ну что ж, ребята, я вам открою большой страшный секрет. Я хочу быть похожа на себя. Да, я хочу быть похожа на себя, ведь мы все индивидуальны. Ты сделаешь летсплей про Sims 4. Летсплей на Sims 4, я уже делала по него целых 3 обзора. Если ты хочешь посмотреть, то посмотри. Эти обзоры есть на моем канале Нюша Тойс. Так, следующий вопрос у нас от Валерия Гуженко. Нюша, 4 вопроса. Ты знаешь аватарию? Почему ты не отвечаешь у себя в шарами на страничке? Спасибо, ответ заранее. Буду очень рада. Так, Валерия, такую игру, как аватарию, я, конечно же, знаю. И я думаю, то, что сниму на нее обзор, ведь она прикольная. И очень похожа, кстати, на шарам. Тем более, ребята, я вам уже давно обещала сделать на нее обзор. Почему ты не отвечаешь у себя в шарами на страничке? Ну что ж, Лера, я вам скажу правду. Понимаете, просто у меня банально не хватает времени, ведь я должна снять для вас обзор, смонтировать его, и я, конечно же, вам отвечаю на сообщения ВКонтакте и на Ютубе, поэтому у меня не хватает времени. И когда у меня появляется свободные 5 минут, то я, конечно же, захожу и пишу вам. И вы, конечно, не обижайтесь, потому что я редко захожу на мою страничку в шарами. Итак, следующий вопрос у нас от Алины Стар. Вопрос для Анны. Анна, ты поедешь куда-то отдыхать летом? Ты любишь игру Аватария? Анечка, пожалуйста, я хочу помочь тебе с сайтом. Ну что ж, как я уже говорила в моих прошлых видео, я этим летом поеду в такую жаркую страну, которая называется Испания. И, конечно же, я буду вам снимать там много видео. И после приезда в Москву я, конечно же, их всех выложу. Ты любишь игру Аватария? Ну, Аватария мне нравится, но не особо, потому что она меня не затягивает, как шарарам, к примеру. Следующий вопрос у нас от Смешарики Тимошинов. Вопрос для Ани Видео. Ань, ты знаешь игру «Трагедия Белых 2»? На какой улице ты живешь? Ты любишь кино? Ну, что ж, «Трагедия Белых 2» я, к сожалению, не знаю, что это за игра. Но, может быть, после видео я посмотрю на эту игру, и если она привлечет мое внимание, то я сниму на нее обзор. Аня, ты любишь кино? Кино я, конечно, обожаю, ведь так круто смотреть какие-то либо фильмы, особенно твои любимые. Следующий вопрос у нас от Кити Клэп. Вопрос для Ани Видео. Привет, Анна, помнишь меня? У меня появились новые вопросы. Ты смотришь Ванга? Ты смотрела Настя Вэй? Я снимала вместе с ней. Это все, пожалуйста, передай мне привет. Ну что ж, я, к сожалению, не знаю твоего имени, но все равно передаю тебе привет. Ты смотришь Иванга? Таких блогеров, как Иванга, Катю Клэп, Саша Спилберг, Джейн Кравиц, Янго и многих-многих других я, конечно же, смотрю. Ты смотрела Настя Вэй? Я снимала вместе с ней. К сожалению, я не смотрела видео, где ты снимала с Настей Вэй. И, может быть, после видео я зайду на ее канал и посмотрю ваше видео совместно. Итак, следующий вопрос у нас от Настя Плей. Мне уже два вопроса. Привет, Анечка, у меня к тебе два вопроса. Можно я буду твоим другом? Какая у тебя фамилия? Очень надеюсь, что ответишь на этот вопрос. Пожалуйста, мне передай привет в видео. Буду очень рад за ответ. Ты самый лучший. Желаю тебе один и много-много нули подписчиков. Люблю тебя. Можно я буду твоим другом? Ну, конечно же, Настя, ты будешь моим другом. И все вы, мои подписчики, конечно же, мои друзья. Какая у тебя фамилия? Фамилию я не очень люблю говорить. И для этого я, конечно, создала псевдоним Нюша Тойс, так что называйте меня Нюша Тойс. Итак, следующие вопросы у нас от Мэри Полина. Вопрос для Ани Видео. Передай привет Полине, то есть мне. Ты любишь котиков, они же няшки. Конкурс будет? Будет влог или мое утро? Сейчас подпишусь.
Ну что ж, Полина, передаю тебе привет. Будет влог «Или мое утро». В скором времени на моем канале будут выходить влоги из Испании. Конкурс будет? В скором времени я буду устраивать еще очень-очень много конкурсов. Так что следите за моим каналом, и обязательно вы можете выиграть в каком-то либо конкурсе. И следующий вопрос у нас от гостей у Яны. Привет, Аня. Нюша, два вопроса. Первый. Как ты окончила 4 класс? Второй. Какие книжки твои любимые? Мои любимые книги с приключениями. Передай мне, пожалуйста, привет. И можешь зайти на мой канал. Продолжай в том же духе. Ну что ж, я 4 класс окончила на отлично. Какие книжки твои любимые? Как я уже говорила, моя любимая книга — это Гарри Поттер и Философский камень. Ладно, ребята, теперь у нас вопрос от Снежана Сотникова. Нюша, два вопроса. Аня, ты умница, продолжай в том же духе. И вот мои вопросики. Аня, ты плетешь из резинок? Если да, то сделай, пожалуйста, обзор на фигурки и браслеты. Передаешь мне привет. Буду рада, если вопросы попадут в видео. Ну что ж, я передаю тебе большой-большой привет. Из резинок я, конечно же, плету. И если ты хочешь посмотреть, как я плету из этих резинок какие-то либо браслеты, то посмотри мои видео, которые я делала год назад. Так, следующий вопрос у нас от Марии Плей Аватария. Нюша, два вопроса. Будешь снимать стримы, может, со мной? Посмотри мой канал, подпишись. Скоро буду снимать. Ты смотришь Мистер Макса и Мисс Кейти. Мне 8 лет, помнишь меня? Я Маша Булгакова. Я люблю рисовать. Через 10 дней, мне 9 лет. Сегодня 20.06.2016. Ты супер-блогер, будут конкурсы на голоса ВК или в Шараме. Деньги. Надеюсь, ответишь ты, умница. Ну что ж, Маша, твой второй вопрос. Посмотри мой канал, подпишись, скоро буду снимать. Итак, если ты выложишь какие-то либо видео и мне они понравятся, то с моего второго канала Нюша Звездочка я обязательно на тебя подпишусь. Ты суперблогер, будут конкурсы на голоса ВК или в Шараме деньги. Ну что ж, в скором времени будут конкурсы, и может быть и на голоса ВКонтакте, и на какие-то либо в Шараме карты. Ну что ж, следующий вопрос у нас от Little Pet Shop Лера Ютуб. Нюша, два вопроса. Почему ты так называла свой канал Нюша Тойс? Второе. Ты знаешь игрушки Little Pet Shop? Итак, почему же я назвала свой канал Нюша Тойс? Ну, во-первых, почему Нюша? Потому что родители меня все время дома называют Нюшей. А почему Тойс? Потому что я очень люблю снимать обзоры на игрушки, и поэтому я назвала себя Тойс. А Тойс в переводе с английского — это игрушки. Ты знаешь игрушки Little Pet Shop? Я, конечно же, их знаю и уже снимала один обзор про эту прикольную игру. Если хочешь, посмотри его. И следующий вопрос у нас от Ника Стар. Нюша, два вопроса. Привет, Аня, я рада, что ты ответила на мои вопросы, но у меня для тебя их много. Какой Sims лучше, Sims 3 или Sims 4? Будут разные челленджи. Спасибо, что передала привет в этом видео мне. Я прошу тебя передать привет моей лучшей подруге Марии Чхотуа и Дарье Паниной. Я думаю, им понравится мой сюрприз. Хорошего дня. Ну что ж, я передаю привет твоим подругам Марии и Дарье. Какой Sims лучше, Sims 3 или Sims 4? Я думаю, то, что лучше Sims 4, потому что в нем гораздо больше функций, чем в Sims 3. Хотя в Sims 4 нету животных, ну кроме лягушки и рыбки, а это плохо. Будут разные челленджи. Я вам хочу сказать, то, что один челлендж у меня уже намечается, и я его буду снимать в Испании, так что готовьтесь, скоро будет челлендж. Итак, следующий вопрос у нас от Little Pet Shop Софа Мазур. Нюс, 4 вопроса. Привет, Аня, ты самая лучшая, а вот и мои вопросики. Какой тебе сон приснился сегодня вечером перед видео? Ты любишь Ever After High? Ты любишь Little Pet Shop? Ань, какого числа у тебя день рождения? У меня, например, 20 мая. Спасибо тебе за то, что ответил на мои вопросы. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Ты любишь Little Pet Shop? Little Pet Shop мне, конечно, нравится, потому что они очень милые и няшные. Аня, какого числа у тебя день рождения? У меня день рождения 20 июля. У тебя 20 мая. Прикольно, ровно через 2 месяца. И если мне понравится видео на твоем канале, то я обязательно на него подпишусь через мой второй канал Нюша Звездочка. Итак, следующий вопрос у нас от Ксирамун Ва.
Нюша, два вопроса. Аня, в одном из своих давних видео ты говорила, что смотришь видео своих зрителей, будешь ли ты смотреть на камеру и комментировать видео? Ну что ж, я думала про это, я, конечно же, сниму отдельное видео. И, кстати, спасибо тебе за идею для нового видео. Следующий вопрос у нас от Кирилл Темников. Нюша, два вопроса. Аня, ты очень классная, я хотел бы задать тебе два вопроса. Первый вопрос, как ты учишься в школе? Ну, просто интересно. Второй вопрос, твой самый страшный страх. Это все, удачи тебе с канала, с уважением, Кирилл Темников. Ну, что ж, Кирилл, в школе я учусь на отлично. Твой самый страшный страх. Я ненавижу пауков, и это мой самый страшный страх, потому что я их ненавижу. Итак, следующий вопрос у нас от Райгада Богатырова. Что бы ты изменила в Шараме? Почему именно Трам 2? Ну, в Шараме я бы не стала ничего изменять, но хотя... Я бы вернула несколько старых локаций, которые были когда-то в Шараме. Ведь мне они очень нравились, сейчас Шарам стал каким-то слишком современным. И, кстати, еще, я бы сделала все квесты без карты. Почему именно Трам 2? Я скажу вам честно, я не знаю, почему Трам 2. Когда я в первый раз заходила в Шарам, я просто назвала моего смешарика каким-то рандомным именем. Ведь я не думала, что он будет таким популярным именно сейчас. Ну что ж, ребята, следующий вопрос у нас от Орхидей Империал. Нюша, два вопроса. Моего вопроса в прошлом видео не было и вряд ли будет в этом. Но в общем, первое, будет ли видео топ-10 или интересные факты МК или DIY? Второе, вести ли мне канал и через сколько лет? Будет ли видео топ-10 или интересные факты МК или DIY? Интересные факты топ-10, я, может, попробую снять такое прикольное видео, ведь я его никогда не снимала. МК или DIY? Но я думала, то, что МК или DIY, я тоже попробую снять на моем канале, и думаю, он у меня получится. Вести ли мне канал и через сколько лет? Ребята, я вам хочу сказать, что канал вы можете вести во сколько вам угодно и когда вам угодно. Главное, чтобы у вас была фантазия. Ну и, конечно же, разрешали родители, чтобы вы снимали. Итак, следующие вопросы у нас от Мигунова Дарья. Аня, у меня есть два вопроса. Ты знаешь конфеты Toxic West? Будет ли видео на тему, что на моем компьютере или что-то подобное? Ты знаешь такие конфеты, как Toxic West? Даша, к сожалению, я не знаю таких конфет. И, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что же это за конфеты. Будет ли видео на тему, что на моем компьютере или что-то подобное? Ну, думаю, я сниму такое видео, к примеру, что у меня на iPad или что у меня на телефоне. Так, мне кажется, это очень прикольная идея для видео. Итак, следующий вопрос у нас от Валерия Гуженко. Нюша, три вопроса. Ты знаешь Аватари? Какой твой любимый мультик? Откуда у тебя много денег на мега-карта? Спасибо, буду рад. Итак, Лера, игру Аватари я, конечно же, знаю. Какой твой любимый мультик? Ну, скажу вам честно, то, что вот с детства у меня всегда мой любимый мультик был... Это Спанч Боб, потому что он очень прикольный и в нем нет смысла. Это самое прикольное. Следующий вопрос у нас от Шара Мини. Нюш, два вопроса. Тебе нравится свой канал? Ты любишь FNAF или вообще ты любишь хоррор-игры? Помни, ты классный, я буду очень рада, если ты ответишь. Передай мне привет, Совушке, если не сложно. Ну что ж, Совушка, передаю тебе привет. Тебе нравится свой канал? Ну конечно же мне нравится свой канал. Ведь я вкладываю в него много сил. И конечно же с каждым днем я учусь новому. Ты любишь FNAF или вообще ты любишь хоррор-игры? Я хочу вам признаться, хоррор-игры... Я ненавижу, потому что они мне не нравятся. Ну что ж, ребята, сегодня я ответила на ваши вопросы. И если вы хотите задать свой вопрос, то пишите под этим видео или под другим любимым видео хэштег Нюша два вопроса и, конечно же, свои два вопросика. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч, всем пока-пока.